цикл передач на часик после работы. И вот интересный сигнальчик. Копаю. Детекция не понадобилась. Объект почти на поверхности. $50, 93 год. Мне такие монетки, честно говоря, нравятся. Берем. И даже если сигнал похож на пробку, то в таких лесных обстоятельствах его приходится выкапывать. И вот нелепый сигнальчик, который находится ровно на пробке, то есть 38 плюс 38. Единственное, что отличает этот сигнал от пробки, это более-менее нерванная амплитуда. Копаю. Так, что у нас сегодня нам подарит наш замечательный лес? Ага, земля здесь рассыпчатая, хорошая. А вот и находочка. И это монетка. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Стоп. Сейчас я ее чуть-чуть отмою. А то как-то совсем грустно выглядит, что даже непонятно, чего там. Готово. Это 5 копеек. '61 года. Отлично. Уже сильно стемнело. Я ушел от границы леса, глубже в лес, потому что пробки просто одолели. И наконец-то, наверное, на сегодня, судя по времени суток,
поход мой закончился. И последний интересный сигнальчик. Равнёхонек, копаю. Это монетка. 2 копейки. Правда, она такая темная, что не могу различить дату. Сейчас протру. 2 копейки. Ладно, в общем, это 2 копейки советские. Ага, вижу, 61-й год. Иду дальше. Я вновь на часик после работы. Местность я показывать не буду. Но вот интересный сигнальчик. Это 100% не пробка. Копаю. Это советские 2 копейки. Сейчас попробую разглядеть год. Так.
Сейчас пойду отмою ее. 61-й год. 2 копейки. Уже прилично темно. И, наверное, на сегодня это последний кадр светового дня. И есть интересный сигнальчик. Копаю. Посвящается всем школьникам Советского Союза. Это советская пуговица от школьного костюма. Ностальгия. Наконец-то следующий день. На часик после работы. Интересный сигнальчик. Ну тут даже думать не надо, копаю. Вот она, находочка сегодняшнего вечера. Первая находочка сегодняшнего вечера, и это победа! Три копейки. Сейчас попробую узнать дату. '53 год. Желтенькая и красивая. Начало есть. И вот подоспела вторая находочка сегодняшнего вечера. Это не 48, это не пробка. 46 ровнёхонько. Копаю. Thank you.
А вот и непонятная хренька. Наверное, какой-то значок был. Я обычно такие сигналы не копаю. Но... то, что находилось на глубине этой ямки, меня подвигло в раздумье, что же это такое и что оно тут делает. Лилипуты, что ли, обедали? Ладно, иду дальше.